Проект строительства сегодня в Москве с инвестором обсудил Вениамин Кондратьев. Компания PET Technology, партнер Роснано, готова создать новые медицинские центры в Краснодаре и Сочи. Как заметил губернатор, на Кубани растет число онкобольных, поэтому сейчас очень важно выявлять рак на ранних стадиях. Хорошо, если успешно лечить. Это, безусловно, очень хорошо. Но еще успешнее и еще лучше, если выявлять онкозаболевания на ранней стадии, которые незаметно подкрадываются к человеку во время его активной жизни. Поэтому если благодаря данным клиникам мы сможем выявлять рак на ранних стадиях, то, конечно, в этом случае мы сможем и более успешно его лечить. Для жителей, страдающих онкозаболеваниями, принципиально важно. Им не нужно будет ехать ни в столичные города, ни за рубеж. Если на территории края мы будем иметь такие высоконанотехнологичные медицинские центры. Помогать в таких центрах людям будут бесплатно за счет фонда обязательного медицинского страхования. Будет проходить больше 25 тысяч диагностик методом позитронно-эмиссионной томографии. Это единственный на сегодня метод, позволяющий на очень ранней стадии, то есть когда не видит ни компьютерная томография, ни какие другие методы, находить опухолевые клетки, которые только-только начинают делиться. И самое главное, оно позволяет нам обходиться методами радиотерапевтическими, то есть без хирургической помощи. PET Technology уже строили подобный центр в Уфе, также онкоклиники должны появиться в Московской области. Медицинские комплексы создаются по схеме государственно-частного партнерства. Инвестор вкладывает деньги, управляет центрами, но в собственности они будут находиться у Краснодарского края. На строительство онкоклиник в Краснодаре и Сочи потратят больше 5 миллиардов рублей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.